наконец-то мы прошли все круги ада, вернее, все круги иммиграции, и сейчас будем садиться на корабль. Cassandra and Olga. How about this one? No, this is another person. Wow! How does he know how to open this? Одним из явных преимуществ круизов во время сейчас коронавируса является ограничение по количеству людей. А это значит, что вам не придется биться за лежаки. Смотрите, куча свободных лежаков. А вот это самая знаменитая флоу-райда на борту круизного лайнера. Для тех, кто только начинает, можно вполне попробовать бодиборд, а для advanced surfers с 9:30 до 10:30 утра. Пока мы следуем корабль, осечка купается, в джакузи живет мороженое. А для тех, кто сторонники неправильного питания, здесь есть еще и хот-доги. Бывает время обеда. Смотрите, какие вокруг вкусности и красивости. Я, честно, я не уверена, что я прибавлю 2 килограмма. Я думаю, что это будет намного больше. Happy New Year! Всяких вкусностей, тортов, пирожных, хлеба. Очень тяжело удержаться от этого всего. После всех этих завтраков, обедов и ужинов просто нужно приводить себя обратно в форму. И мы сейчас пришли в зал. Судя по всему, таких желающих не так много, поэтому я практически одна здесь. Катя дошла до нас, очередь погрузиться в джакузи. Happy New Year! Happy New Year! Уже буквально через пару часов наступит Новый год. Я вам искренне желаю счастья, здоровья, финансового процветания, чтобы 2021 явно был лучше, чем 2020. Мама и бабушка. Первое утро 2021 года. Пришла на Фулрайдер. Бьет дождь, окна, праздно. Единственная радость, что зачнем по такой погоде, небольшая осень. Погода сегодня вообще никогда не повезло. То, что меня утешает. Так, как я все равно иду туда, на Фулрайдер. В общем-то, мне пофигу, буду или я мокрый, или сухой. А моя семейство сейчас в 10:20 пойдет вот туда, да, и флай. You remind me like NASA astronaut. Я сейчас закончил свой флоу-райдинг, а мое семейство ждет iFly. Вот они. Выглядят как астронавты NASA, когда они идут в полет. Мы идем на North Star, собственно, одна из самых главных достопримечательностей этого корабля. Сейчас мы с вами поднимемся на 400 с чем-то фит. Okay, temperature time.
А если вам старше 16 лет, вы вполне можете пойти в солярию. Здесь 4 джакузи, бар. Это находится на самом носу корабля, так что у вас открывается прекрасный вид на море. Можете выбрать разные рестораны, включая американский гриль, либо, допустим, вот этот ресторан, который выполнен так в элементах шелкового пути. Там драконы, все такое красное, парча, красные занавески. Здесь есть разные рестораны на выбор для завтрака, обеда и ужина. Сегодня мы пришли в обычный ресторан, но вполне здесь симпатичный. Хотелось встретить рассвет на палубе, помедитировать на восходящем солнце, что-то опять не срослось. Серое небо и идет дождь. Кто рано встает, тому Бог подает. Я решила надеяться на Бога, встать рано и занять нам самые лучшие места с самым лучшим видом. Мы сейчас пришли на ужин в ресторан Wonderland. Здесь столько всего интересного про него написано и сказано, что мне прям очень интересно его попробовать. Нам только что принесли какое-то блюдо. Выглядело очень красиво, с большим количеством дыма. Но чисто зайно похоже на сожженное гнездо. Пусть нам придется долго-долго худеть. Смотрите, какие у меня. Что это? Magical mushrooms. А это такой современный версий банана сплита. Хорошего эта жизнь когда-нибудь заканчивается, и мы снова вернулись в Сингапур. Прямо за моей спиной Сентоза Ков. А вон там в отдалении центральный бизнес-район Сингапура. Говорим спасибо этому дому и пойдем сейчас к другому. Все. Отдых закончился. К сожалению. Я хочу помнить, что это я.